Кондитеры Чувашии успешно выступили на профессиональных состязаниях в Люксембурге. Кубок мира по кулинарному искусству – своего рода Олимпийские игры. Проводится раз в 4 года и является одним из самых престижных соревнований, в которых участвуют самые именитые шефы и суперпрофессионалы поварского дела. Россию представляли мастера из Москвы, Дагестана и Чувашии. Бронзовая медаль Кубка мира пополнила копилку наград нашей кондитерской планеты. Кубок мира по кулинарному искусству – состязание для мастеров-художников. Просто высоким качеством работы тут никого не удивишь. Важна необычность идеи. На конкурсе было предостаточно съедобных скульптур, для создания которых использовались десятки килограммов разных продуктов. Но в числе победителей оказалась вот эта довольно камерная работа. Не заметить ее невозможно. Она притягивает взгляд своей нежностью, легкостью и, если хотите, домотканностью. Автор идеи, директор кондитерской планеты Луиза Дроздова, очень хотела, чтобы эта композиция вызывала ассоциации с домашним уютом, очагом, семейными традициями, исконным укладом. В основу положено старинное полотно, из которого в Чувашии издавна шили одежду. Мы искали несколько вариантов и выбрали, кстати, из 12 именно это полотно, потому что именно по своей структуре оно подходило к нашей работе. Нам нужно было показать вот именно технику какую-то изящную, ювелирную, то, что может быть связано с нашим этносом, самобытностью, показать нашу культуру. И вот именно это полотно и явилось связующим звеном. Абсолютно вся работа съедобная. И сама вышивка, и рамка, и нитки, и иголки. Технику мастера держат в секрете, но признаются, разработанный ими состав позволяет со скрупулезной точностью воспроизводить структуру полотна и других материалов. Неоднородность нити, блеск металлической иглы, чуть разная величина стежков – все как на настоящей картине. Именно это и впечатлило жюри, в состав которого вошли самые именитые члены Всемирной ассоциации кулинаров и кондитеров. Вау! Работа видна уже натурально, потому что тут есть мелочи, которые неопытный человек не заметит, а жюри это видит. И поэтому они сразу сказали, сразу видно, что работа съедобная, что она своеобразная, потому что там очень сложные работы были, сильные работы на выставке. В Кубке мира по кулинарному искусству участвовали 75 стран с 5 континентов. Сказать, что конкуренция была высока, не сказать ничего. И бронзовая медаль – это очень дорогая награда. Хотя у мастеров планеты достаточно медалей самого разного достоинства, самых разных конкурсов.